Активисты местного отделения партии «Единая Россия» наградили участников 7-го ежегодного вокального фестиваля конкурса детской песни «Звездопад», который прошел в культурно-досуговом центре молодежной в селе Юдино. В нем приняли участие дети в возрасте от 3 до 14 лет, сольно или в составе дуэтов, трио, квартетов и ансамблей. Выступления ребят оценивали известные композиторы, певцы и педагоги по вокалу. Юные артисты получили заслуженные дипломы и подарки.